Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Но стало известно, что в семье Сергея Захарова, погибшего по вине Михаила Ефремова, который врезался в его машину курьерской доставки, значит, на своем джипе Гранд Чероки в состоянии алкогольного опьянения. Так вот, в семье Сергея Захарова на самом деле произошла еще одна трагедия. Все дело в том, что погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова за сутки до трагедии скончалась теща. Сообщается со ссылкой на главу администрации Кузьминского сельского поселения в Рязанской области Александра Гудкова. То есть жена Сергея Захарова, которого не стало в этой страшной аварии, не стало у нее мамы. А на следующий день не стало мужа. И по его словам, по словам главы сельского поселения Александра Гудкова, он пытался связаться с родными мужчины, но пока безуспешно. 98-летней матери погибшего пока не сообщили о смерти сына. Перед этим у него умерла теща. Сегодня должны были хоронить. Теперь жена будет хоронить и мать, и мужа. Слов нет, просто еще раз говорю, каждое видео записывая, это нереальное что-то вообще, потому что, еще раз говорю, понятно, что все люди люди, актеры люди, все люди, но Михаил Ефремов просто он любимец миллионов, и такая трагедия, и здесь трагедия, но я еще раз скажу, пьяный человек должен отвечать, и пьяный за рулем — это потенциальный убийца. И вы представляете, это же просто даже вот сложно представить себе уровень трагедии. Умерла теща и должна хоронить сегодня, и в день похорон матери жена узнает, что не стало мужа. Это невозможно, даже осмыслить невозможно. И теперь хоронить и мать, и мужа. Вообще слов нет, просто слов. И здесь вроде жалко, что актер известный, хороший, но он, получается, его лишил жизни, а там еще... С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому нравится, всем пока, до встречи.